Привет, друзья! С вами я, Надежда, и мой канал «Сочи и путешествия». Гуляем мы продолжаем гулять по Адлеру. Находимся вот на таких, среди таких гаражей. Жилые гаражи. Так оно и называется у нас в Сочи. Жилые гаражи, где живут люди, благоустроенные жилые гаражи. Адлер рядом, голубые дали, куда мы сейчас и направляемся. Я уже это снимала как-то, но еще раз покажу. Жилые гаражи. И розочка цветет. Целые улочки гаражные, в два, в три этажа. Вот и живут люди. Да еще и голубей держат. Ноябрь месяц. Адлер. Тепло, хорошо на улочке. Пасмурно, ночью был дождь, но сейчас хорошо. Вторая улочка гаражная. Третья. Целый микрорайон. И написано «Улица Ясная». Пожалуйста, гаражи на улице Ясной. А впереди бананы. Бананы. Ну, у нас они цветут. Зарождаются бананчики. Мини-бананы. Но не вызревают. Ну, здесь еще одна улица. Я уж счет потеряла. Но еще одна улица гаражная. И вот они, бананы. Сейчас ничего нет. Вот такое вот, вот такое добро есть, и все. А бананчиков маленьких нет. Они будут позже. Когда будут, тогда я и покажу их. Но уже говорила, что они не вызревают. Зелененькие, грозди висят, все. Ох! Площадка детская. Дети играют. А рядом школа. Большие-большие листья. Вон какие широкие. Огромные листья. Огромные-огромные. Метра полтора, наверное, длиной. Шириной где-то с полметра. Вот такая красота растет в Сочи. Вон там вон бананчики будут, вон распускаются. Засадили все. А вот сейчас я покажу. Вот они зародились, но они вырастают чуть-чуть побольше, но не вызревают совсем. Вот они бананчики, грозди бананов. Вот они вам бананчики, пожалуйста. Гаражи, гаражи, и балконы даже сделаны. Люди благоустраивают как могут. Там высоточки, рядом и гаражи. Уже говорила, что это благоустроенные гаражи, ванны, туалеты. Бывает такое, что не бывает, а часто такое, что в этих гаражах так сделано, что еще надо поискать такую квартиру, чтобы было так сделано красиво, а благоустроено все. Но все зависит от хозяина, на что он способен.